Доброе время, здравствуйте. Я прямо сейчас нахожусь в Самаре на семинаре вот этого человека, Брайан Трейси, автор с мировым именем, человек, который уже добился того, чего я еще добьюсь. А прямо сейчас хочу с вами поделиться небольшой мудростью, которую мне рассказал Брайан Трейси со сцены. Итак, возможно, эту вещь вы уже слышали, видели или читали, но повторением отвлечения для тех, кого это был первый раз, вот там формула успешного успеха от Брайана Трейси. Шаг номер один из четырех. Поставьте себе цель и запишите. Шаг номер два. Поставьте к этой цели срок. То время, когда она должна быть достигнута. Шаг номер три. Составьте к этой цели, к этому сроку список всех необходимых действий, которые необходимо сделать для того, чтобы эта цель была достигнута. И шаг номер четыре, самый простой, думать уже не надо, действуйте в соответствии с этим списком. И если вы сделаете эти четыре шага, то нет такой цели, которая бы не была достигнута. В этом я с Брайаном Трейси, во взглядах сходимся. Я не могу сказать, что я схожусь во всем с Брайаном Трейси во взглядах, это было великой неправдой. Но вот то, о чем я сейчас вам рассказал, это вполне себе то, что я считаю действительно правдой истины в последней инстанции, применимой на практике, бою, примени, получи результат, обрадуйся, напиши об этом в комментарии, скажи мне спасибо. Вперед, к свершениям и достижениям, успехов, пока-пока.